Яблочный Спас шагает по видному. Готовится его встретить и здесь, в зеленых аллеях. Местный детский садик расположен среди многоэтажных домов, а значит, зрителей у этого представления будет намного больше, чем разместиться на этой детской площадке. На нынешнем празднике нет разделения на актеров и зрителей, на импровизированную сцену. Они заходят с песнями и танцами и лишь потом занимают места в зрительном зале, чтобы поочередно выходить с концертными номерами. Более 20 различных номеров подготовили маленькие артисты. Яблочный Спас, как известно, появился из календаря древних славян, но у нас он традиционно совпадает с одним из важнейших праздников православной церкви. Православные христиане в этот день отмечают праздник Преображения Господня. Один из великих, один из 20-х праздников. И события этого праздника относят нас к жизни Спасителя на гору Фавор, когда Христос с тремя ближайшими учениками поднялся на гору для молитвы и там преобразился. Из более чем 300 воспитанников дошкольного заведения в празднике приняло участие 80 мальчишек и девчонок. Представление под руководством преподавателей они готовили около 2 недель. Но работа по православному воспитанию в Яблоньке ведется постоянно. У нас есть православный кружок, который ведет Косова Елена Александровна, воспитатель. Дети посещают храм Никольский, приходят из Никольского храма к нам, батюшки. И такая работа ведется вот уже на протяжении практически 6 лет. Важной частью праздника стало освящение яблок, которое совершил протоиерей Виктор Ястремский. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.